Здоровенькі були! Шалом! Ми в Западной Украине, в замечательном городе Прикарпатье, столице Буковины. Этот город называют еще маленьким Парижем. И это город Черновцы! Черновцы – город на юго-западе Украины, 40 километров к северу от румынской границы, административный центр Черновицкой области, основан в 12 веке галицким князем Ярославом Осмомыслом. Город с потрясающе красивой архитектурой. Истории и культурой. Еще с 19 века евреи составляли треть его населения. Одних синагог в Черновцах и Черновицкой области насчитывалось более 80. Да, но мы не так просто оказались здесь. Ты знаешь, что в этом учебном году 2020-2021 образовательный проект SmartJay открывает свои двери уже в 25 городах мира. А мы приехали в филиал, который 3 года назад открылся одним из первых. Это произошло именно здесь, в Черновцах, в здании старинной отреставрированной синагоги, в которой сейчас находится центр еврейской жизни на Буковине. Вместе с вами мы отправимся в виртуальное путешествие по миру знаний и творчества, которое носит название SmartJay Черновцы. И с вами в этом путешествии будут Джей и Смарта. Здесь говорят, что каждый ребенок может достичь успеха в любом деле. Тогда вперед, к успеху! Шалом! Наш проект SmartJay, слава Богу, один из первых на СНГ, Украина, один самый лучший. Слава Богу, у нас очень хороший директор, очень хорошие учителя, они дают все душа на детей, и видно, слава Богу, наш очень хороший результат. А что это за день такой особенный? Каждый год перед началом учебного года участники проекта и их родители встречаются здесь все вместе с координатором и тьюторами для того, чтобы вспомнить, что было в прошедшем году, подвести итоги, а вспомнить о наших успехах. Родители с интересом слушают презентацию новых модулей, ведь это то, чем будет занят их ребенок весь учебный год. И поэтому каждому ребенку будет интересно побывать на станции, которая посвящена данному модулю. Это здорово, ведь эти модули направлены на то, чтобы ребенок становился более самостоятельным, более уверенным в себе. И только так он сможет добиться успеха. В SmartJay все привыкли к тому, что это именно так. В афише написано, что для ребят есть специальная программа, что это увлекательно и даже очень вкусно. В этот день здесь очень оживленно, шумно и весело. Ребята путешествуют по станциям, встречаются со своими друзьями по проекту. Всем приглашенным на день открытых дверей в SmartJay предлагают сладкое угощение и розыгрыш призов, а также сертификатов на бесплатное обучение в течение месяца. И каждый раз здесь что-то новое и необычное. Вот это да! Мне тоже захотелось побывать на вот этом празднике. Обязательно побываем! Так что, там будут заниматься самые маленькие, дошкольники? Я так люблю малышей! Да, и послушай, в каких модулях они будут заниматься. Эрудит, вундеркинд и креативка. Они что, из них хотят вырастить настоящих Эйнштейнов? Давай зададим этот вопрос наставнику группы дошкольникам. Привет, Смарта, я расскажу тебе. Мы не ставим перед собой именно такую цель. Наша задача – это развитие речи, чтение, подготовка руки к письму. Всем этим ребята будут заниматься на модуле вундеркинд. А вот модуль эрудит предназначен для математической логики. Есть еще модуль программирования для маленьких и креативка. Все сделано для того, чтобы будущий ученик себя чувствовал в школе комфортно и уверенно. И
конечно же, наша главная цель – это приблизить ребенка к его корням, привить ему любовь к нашим традициям на занятиях модуля «Моей истоки». А вот об этом модуле мне бы хотелось узнать побольше. Мне тоже. Я бы хотела знать, как ребята не только изучают традиции, но и как, и где это конкретно происходит. В чем отличие этих занятий от привычных школьных? Предлагаю с этими вопросами обратиться к тем, кто в этом лучше всех разбирается. Это, прежде всего, главный раввин Черновицкой области, Менахем Мендель Глицинштейн и раббанит Пнина Глицинштейн. Они преподают «Мои истоки» в старших классах. Слава Богу, что у нас есть эта возможность. Это даже такой хороший проект в наш город. И я думаю, что каждый еврейский ребенок, что может быть в такой хорошей программе, обязательно должен приходить и получить этого замечательного труда. В нашем проекте в модуле «Мои истоки» мы изучаем еврейские традиции. Мы не только его изучаем, наши дети каждый день получают знания и еврейская атмосфера. Мы еще стараемся, чтобы у нас были кулинарные занятия. Готовим детей к празднику. Праздники еврейские и вообще еврейские традиции приближаем. На празднике мы стараемся вместе с ними готовить еврейское блюдо, чтобы они чувствовали вкус праздника, атмосфера праздника. И им очень нравится изучать и развивать их знания в еврейских традициях. Цель занятий модула «Мои истоки», чтобы дети узнали каждый день больше о настоящей еврейской жизни. Исторически известно, что нас, еврейских мальчиков, начинали учить Торе с 3-летнего возраста. Это, наверное, очень ответственно обучать детей Торе и традиции в нежном возрасте. Будет вложено в маленького человечка в детстве, останется с ним на всю жизнь. Предлагаю маленькое путешествие по миру иудаизма с ведущим модуля «Мои истоки» у малышей Верой Башко. Ну что, пошли? Можно? Да-да, ребята, заходите. Еврейскому народу более 3000 лет. Философия, способ жизни, календарь, даже взгляд на историю и обучение детей – это все еврейские традиции. Каждый ребенок, приходя к нам в проект, попадает в еврейский мир. На модуле «Мои истоки» дети окунаются в историю и традиции своих предков. Вот спасибочки! С марта! Как мне было тут интересно! Это то, что я и хотела узнать. Не упустите свой шанс попасть в проект «Смарт-Джей», ведь именно здесь вы почувствуете себя частью великого еврейского народа. Спасибо вам. Пока. Пока-пока. Пока. Экскурсия продолжается. А что это за ступеньки, ведущие к заветной двери? Как в сказке. Ой, я вижу наши портреты. Вот как мы прославились. Посмотри, что здесь написано. Junior, Young. А это мы, но только в будущем. Привет-привет! А что у вас тут? Hello! Welcome! Hello, people! Shalom! Добрый день! Какой язык будут изучать? Английский! Let's play a game! Thank you! Sit down, please! А как проходят занятия английского языка? Опять зубрежка текстов, записи словарь, ручка, листик и постоянно одно и то же. О нет, совсем не так. У нас множество интересных игр и уникальная программа. Всегда очень много веселья и интерактива. Тебе обязательно понравится. Приходи к нам на занятия. Ух ты, я обязательно попробую. Ты посмотри, какой здесь флаг. Вау, не хуже пиратских сокровищ. А драгоценный камень ты получишь за каждое выученное слово и соберешь свой личный клад. Теперь я точно к вам приду, чтобы собрать коллекцию драгоценных камней. Будем ждать. И я очень буду ждать. Это таки то, что я думаю.
Это новейшие IT-технологии? А расскажите мне, пожалуйста, чем занимаются у вас здесь старшие ребята? Ребята из 5-8 классов у нас изучали вначале платы Arduino. Они подключали эту плату к компьютеру, писали программу. Потом у нас был интересный опыт в создании 3D-объектов. Ребята научились создавать себе брелки, другие украшения. Вау! А также они создавали даже виртуальных персонажей для игры Minecraft. А в этом году мы будем изучать основы веб-программирования. Ну, сначала познакомимся с работой в Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, работу с Google дисками будем изучать, а также изучим основы безопасности работы в социальных сетях, включая TikTok. Спасибо большое, мне было очень интересно. Приходите к нам в SmartJ. Обязательно придем. Меня зовут Игорь, я преподаватель модуля IT-логика у младших классов. Уже несколько лет у нас есть эта программа, и с каждым годом мы развиваемся, мы обеспечены благодаря проекту SmartJ современной техникой. У нас есть интересные программы для детей, мы изучаем основы программирования, мы изучаем робототехнику, у нас есть отличные наборы лего-конструкторы, которые дети могут и конструировать, и программировать. И каждый ребенок в нашем проекте обеспечен индивидуальным набором и роботов, и компьютерной техники. Наше виртуальное путешествие. Но это не конец. Это только начало. Мы наставники филиала SmartJ Черновцы. Будем рады видеть вас в нашем замечательном филиале. Ведь путь к успеху начинается здесь.